Акция «Наши дети» продолжает дарить новогоднее настроение всем без исключения мальчишкам и девчонкам. В Березе активисты БРСМ, Белой Руси, представители органов власти, МЧС и силовых ведомств организовали праздник для ребят, которые состоят на контроле комиссии по делам несовершеннолетних и нуждаются в проявлении внимания и заботы. Новогодние и рождественские чудеса организаторы акции дарили вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Подробности праздника в репортаже наших корреспондентов. 64 ребенка, более чем из 20 семей, многодетных, малообеспеченных и неполных. Все они особенно остро нуждаются в проявлении заботы и всегда ждут праздника. С Новым годом! Поздравляем всех детей! Поздравляем всех гостей! Был у вас я год назад, эта встреча снова рад. Подросли, большими стали, а меня-то вы узнали? А подарили этот праздник взрослые волшебники из милиции, МЧС и других силовых ведомств, а также активисты Белой Руси и Белорусского союза женщин совместно с молодежью БРСМ. Уже 10 лет комиссия по делам несовершеннолетних Березовского райисполкома приглашает деток из семей, которые попали в трудные жизненные ситуации, на новогодние мероприятия в рамках акции «Наши дети». Хочется поздравить всех с наступившим Новым годом и Рождеством, пожелать всем добра, мира и уюта в ваших семьях. Новогодние рождественские праздники – это всегда ожидание чуда и всегда ожидание сказки. В нашем государстве большая роль уделяется нашим детям, потому что каждый ребенок – это будущее, это наш фундамент. И то, что сегодня мы посеем, то мы получим в будущем. И, конечно же, Белорусский союз женщин активно принимает участие во всех новогодних акциях. Такие праздники для детей – это не только внимание и забота, но и осознание того, что в Новый год чудеса по-настоящему происходят, а добро приходит в каждую семью. Я сегодня был на интересном мероприятии. Тут очень много было чудесных героев. Вот, мне подарили вот такой вот большой подарок. Всех с Новым годом! Было весело, интересно, и был прикольный дракоша. А мне понравилось тоже дракоша, было очень весело. Все дети получили подарки, о которых они долго мечтали. Традиционная республиканская акция «Наши дети» продолжается и дарит радость и счастье юным белорусам. Роман Аншиц, Николай Рудский, телерадиокомпания «Брест».